Крымчан и гостей полуострова сотрудники МЧС предупреждают о резких гидрометеорологических изменениях, вместе с которыми придет непогода. По данным Крымского управления гидрометеорологии, мониторингу и окружающей среды 11 и 12 апреля в Крыму пройдут сильные проливные дожди. Град, ожидается усиление ветра до штормовых значений 15-20 метров в секунду. Возможен сильный туман, который может привести к резкому снижению видимости и затруднению движения транспорта, что увеличивает вероятность ДТП на дороге. Чтобы максимально обезопасить себя и своих близких во время таких неблагоприятных климатических изменений, необходимо быть особо бдительными. Водителям транспортных средств снизить скорость движения и следовать строго правилам дорожного движения. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу.